Всем привет. Иду, короче, с тренировки своей последней. Сегодня у нас пятница. Как вы видите, на улице хорошая очень погода. Так что я думаю, сегодня пойду развлекаться тоже. Может, с пацанами встретимся, погуляем где-то, пошляемся. Может, что-то удастся снять интересное. В общем, вот так, тренировки у меня пока очень тяжелые. Готовимся к соревнованиям. Ну, как я уже об этом говорил. Сейчас иду по делам. Ну, а там уже посмотрим, что буду делать. Пришел только что домой, устал. За эту неделю это капец какой-то. Ну, те, кто спортсмены, естественно, поймут, или те, кто занимался спортом, они меня понимают, что это за усталость. Это и морально ты уже устал, и физически, и уже реально ничего не хочется. Ну, я не знаю, что сейчас буду делать. Может, музончик какой-то послушаю. И, собственно, буду отдыхать, в общем говоря. Завтра уже можно будет повеселиться, где-то полазить, не знаю. Чё дома сидеть? Короче, вышли попинать мяч. Погода охеренская. Помаши ручкой, Жень. Ага. Сука, у меня поясница болит, я тебе отвечаю. Щечкой. Бэм. Ух. Ух. Бей, сука, сильно близко. На. Нормально. Петушару. Повезло. У него лоб, походу, красный, да? Да? Да. Ну, не видно, под волосами здесь вот. Все равно. Жарко, пипец. Витя, уже стыдно, что не можешь попасть. Сука. Давай, по энергии, энергию сделай. Грациозность. Триста. Ты чё, ты проебала? Меня уже столбало, погнали. Можно похавать ей сладкого. Я дома только что два борща захавал. Блин, шманка меня сыпала, блядь, речки, полка за нам, блядь, что-то захавал. Так я весь день спал, я вот тупо шел после футбола, тупо спал. Я пришел, потом пошел на танцы, блядь, потом только пришел, поел, сейчас вышел. Не, я именно поспал, чуть-чуть, посидел за компом. Вот это только что схавал две тарелки борща здоровенные. Я не знаю, что-то хавал все время много. Скинешь мне те видео, которые ты сегодня снимал? Там ничего такого нет. Да ну просто поскидываешь, хочу посмотреть, все равно делать нечего, блядь, сижу в такая. Ну окей. Файл, ты мне тот файл, помнишь, ты скинул малому файл? Малому, да. Файл, он мне не запахал что-то. Ну там архив его, я нажимаю этот архив, а он меня понял, ой, это, блядь, высечется, короче, какая-то табличка и пишет, типа, завершить работу. Какая-то ошибка, понял? Не открывает. У тебя флеха есть? Да, есть. Так приди с флеха, я тебе скину. И все. Ну скинешь, попробуешь мне как-то видео. Угу. Ну, борщ, ты еще пятна поставляешь, да нет, нету, блядь. Пятна, сука, оставляешь, забей, что, если ты еще возьмем? Давай. Тогда надо пакетики, давай я подержу, ты пакетики где открою. Открывай пакетик. Я что, умею? Я так нажрался, что вообще ничего не хочу, реально. Ты тогда по одному рогалику и... Да, пойдем на сок какой-то. Да, и сам пошел.
Не, вот это он, да? Да. А я себе апельсиновый. Апельсин. Быстрее, она едет дальше. Все надо Таврию накрывать, потому что она не предназначена, чтобы люди ходили и обоскальзывались где-то. Вызывайте там менеджера. Вчера была такая классная погода, а сегодня посмотрите, какая она сейчас. Нормально, да? А что вы делаете в такую погоду, а? Интересно. Погода себя очень странно ведет. То дождь идет, то солнце уходит. Короче, очень странно. Так что я сегодня лучше останусь дома. Буду отдыхать. Завтра тренировки. Опять начинаются понедельник. День тяжелый. Я буду стараться чаще брать камеру на свои тренировки. Что-то снимать интересное, показывать, а то я что-то в последнее время вообще не снимаю тренировки. Ну, просто, блин, не знаю, некому снимать. Я заниматься туда хожу, а не снимать, как бы, ну, вы понимаете, я думаю. Короче, Джо Стреша уже сегодня бегал по 60 метров 8 раз через 2 минуты отдыха. Ну, на этом мой день не заканчивается. Сейчас иду домой купаться и собираться на пару. Капец, короче. И после пар мне еще сразу же опять идти на эту тренировку по легкой атлетике. Можно сказать так, жизнь сурка, в общем. Конечно, я не особо устал с сегодняшнюю утреннюю тренировку. Но так прибило нормально, немножко тошнит. Ну, что-то пройдет. И я не знаю, наверное, уже будет жестче на вечерней тренировке. Буду, походу, бегать по 600. В общем, я не знаю, даже посмотрим. Как обычно, мне тренер не говорит на работу. Так что, будем так вот пятки, пятки поставь. Живот вперед, исходное положение в пояснице. Во, правильно бери штангу. Да. Я хочу снять. Давай я сначала тебя поснимаю, потом ты меня снимешь. Да. У нас такая зыбкая, какая-то шампунь как будто. Шампунь? Да. Так это мыло или шампунь? Это шампунь. Шампунь, ну ладно. Хватит помой. Ну шампунь главное. Где узы? Давай. Давай дуть. Давай дуть? Ну так давай, ты и я буду дуть или ты? Ты. Ну давай, на, ты снимай меня. Скажи мне что-то. Да что я тебе скажу? Ты же сказал мне пузырь. Снимай только на меня. Классно? Да. Ой, сейчас мы с тобой будем пузырь дать. Смотри. Ой. Не получилось. Сейчас. Ты же снимай меня и пузырь. Вау! Ты меня снимай. Давай, я тебя буду снимать. Ой, Эвка, ты тут все замазала, как обычно, пальцами сними. И шо? Видишь ты меня? Ну, конечно. Давай, дуй. Да ты все, слабак. Так, давай, я пошел купаться. Ну иди. Что? Сейчас покупайся, будем с тобой играть. Я стрелять. Давай. Хотя человечек. А как бежать? Как бежать? Я еще тебе показывал, как бежать, помнишь? Как? Ну вон, на клавиатуре ж бегать. Вот.
Вот, вот эти кнопочки, вот видишь, В. В. Если. Мы подъезжаем. Маленький игроман, да? Воду. Только пришел с тренировки, короче, не отдохнуть уже ничего нельзя. Да? Да, это отдохнуть мне. Давай играться, говорит, и все. Сана была легенькая. Да плыви, плыви. Сана была легкая, в принципе, сегодня. Так что нормально, живем пока. Эта неделя более-менее такая. Начало, точнее, недели. Легенькая, так что посмотрим, что будет дальше. Ой-ой-ой. Ой, куда мы писаем? Сколько тебе лет, Ева? Три. Трионика тебе? Да. Слушай, во что ты играешь-то, капец? Научил же ребенка плохого, да? Колено вперед, а не вверх пробивай. Стопочкой загребающий активно. Толкайся, все нормально, толкайся. Ну, сейчас просто на скорость, если делать. А? Только если на скорость, на частоту. Стопой не работаешь. Больше всего на свете я сейчас не хочу идти, наверное, на пары. На улице снег валит, короче, это нормально так. Первый снег в Николаеве, можно сказать. Если видно вам, конечно. На заборе на черном четко видно, что идет снег. Сейчас, походу, минус 1, наверное, градусов или 0, даже не знаю. Когда я выходил, было нереально холодно. Потому что утром еще было, тем более. Нереальная погодка, короче. Мне, в принципе, на меня погода никак не влияет. Я при любых обстановках иду на тренировку, в общем. Добиваюсь своих целей, результата, вот так вот. Сейчас на пары иду, это капец. Не хочу ни на какие пары идти. Лучше бы еще одна тренировка была. Да, вот так я хожу на пары, конечно. Бывает хожу, бывает нет. Как получится, как захочу. У меня свое расписание и так далее. Который день не даешь мне отдохнуть, понимаешь? Ты как приходишь, и тут все капец. Ну все, встречай. Я не могу встретить. Стой, стой. Стой, не то. Не то, не то. Ну что, ребятка? Что могу сказать, короче? Всех с Новым годом, счастья, здоровья. Нереально, пока тренировался после вечерней тренировки. Снег нереально выпал уже, смотрите сами. Реально круто. Я даже не знаю, что завтра будет. Думаю, будет нормально. Этот влог будет такой себе, я так думаю. А то я не особо куда-то ходил. На этот раз одни тренировки, до тренировки и все такое. Так что вот так вот. Вы там не скучайте. Я думаю, будут влоги или жизнь атлета, эти выпуски, куда интереснее, чем сейчас. Так что подписывайтесь на канал, если кому интересно. И ставьте лайк, если вам нравится данное видео. Всем удачи и пока.